Вопросы исполнения в АДГ антимонопольного законодательства обсуждались в ходе рабочей встречи временно исполняющей обязанности главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова с руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по республике Асланом Кубашичевым. Вместе с тем Мурат Кумпилов поручил организовать семинары для специалистов органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг. Именно этой теме было посвящено совещание, которое прошло в зале администрации района в минувший четверг под председательством Заура Хамирзова. В работе совещания принимали участие директор МФЦ Кашхабского района Марет Худ, заместители главы района, главы сельских поселений. Глава района Заур Хамирзов отметил важную значимость проведения данного совещания. Обращаясь к присутствующим, настоятельно порекомендовал уделить самое серьезное внимание исполнению федерального закона.